на канале Принцесса Милана. Сегодня я буду делать картошку фри. Для этого мне понадобится вода, краски гуашь. Я взяла классика. Не обязательно 6, то можно хоть 10. И набор кистей. Сейчас мы откроем набор кистей. Вот так. Я возьму самую большую кисть для нашей работы. Достаем крас. Крончик от красок. Какой бы старая открыть. Опа, получилось. Это я кисти и краски покупала в Чикспрайсе. Прикольно. Кромочка в сторону. Мне нужен сегодня желтый, пожалуй. Я открыла. Ой. Я уже не буду. Теперь я беру большой кисть. Я хочу стать экстремалом и покрасить левый. Какой правый? Я же правша. Так, вначале кисть окунем. Прикольно, кстати. Кисть мне нравится. Желтая краска. Начинается, никогда руку не красил. Ой, прикольно. Ой. В принципе, прикольно. Но в будущем будет кое-что интересное. Обещаю. Интересно, сколько моя рука высыхать будет? Ухожу, что я тебя была. Закрашиваю, закрашиваю. Закрашиваю. О! А мне нравится, еще хочу желтого. Еще, еще желтого. Вторым слоем пошло, да? Я себе пальчик оставила целенький. Еще, еще мизинец почти целый. Крашу, крашу, крашу. Вот. Кисть, то есть. Главное не испачкать свою. Я выкрасила все специально, но ничего. Я дальше докрашу свою эту руку. Мне нравится пока все, прикольно получается. И даже мне и здесь не забудьте покрасить. Это место, где могут люди забыть покрасить. Но я так покрасила, я не забыла. И здесь пальчик, еще бок не забыть надо. Вот так. Ногти тоже, ногти тоже. Накрашу. В принципе, неплохо. Меня... Я желтый Шрек. Я рука желтый Шрек. Пам-пам-пам. Все, я вроде накрасила мою руку. И теперь... Вот такие мои ручки. Белая, желтая. Желтая, белая, желтая. Я буду ждать, пока моя рука правая высохнет. Я не знаю, как я буду сейчас пить, есть. Но потом самое интересное, я вам покажу, что с этой рукой станет и что с ней будет в будущем. Вот. Вот моя рука засохла и добавляем секретный ингредиент. Бесплатная картошка фри.
Это картошка фри у меня может быть всегда, всегда. А у вас нет. Ставь лайк за картошку фри. Подписывайся на мой канал. Еще увидишь много интересных видео. Тебе понравилась моя картошка фри?